Итак, друзья, всем привет. На часах 14:30, по крайней мере, на моих. Я чуть-чуть раньше решил приехать. Такой неприятный ветер. В 6 часов финал Кубка РФС, 2005 год. Кубок РФС, зона Москва. Это важно отметить. Можем выйти на чемпионат России. Первая наша команда, которая может выйти на чемпионат России. Покажем изнутри, что чувствуют ребята, что чувствуют тренеры. Рассчитываем, конечно же, только на победу. Как у вас настрой? Запредельный. Запредельный настрой. Мы сегодня выиграем? Ну, естественно. Только один вариант здесь. Других больше нет. Я надеюсь, вы принесете удачу. Какие чувства сейчас испытываете? Победа есть победа. Просто, то есть без комментариев, молча, так победа, да? Ну, эмоции оставили на поле. Эмоции. Матвей, как вы чувствуете себя вратарь, который в финале Кубка РФС на ноге стоял? Хорошо чувствую. Реально? Ты просто вся неделя твоя, ты понимаешь? Просто не пропускай. Лучший эпизод тура, там, не знаю, что еще, вообще везде. Так получилось. Пичуга, видишь, я думаю, ты не прогадал, что перешел в радио, да? На чемпионат России поедешь. Ты что, вспотел, что ли? Покажи, кис. Прям в камеру. Кис, два гола, голевая. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Что скажешь, какие чувства испытываешь? Человек, который сыграл в финале Кубка РФС, выиграл, забил два гола и дал голевую. Я не знаю, это чувство не описать словами. Сколько финалов, извини, я тебя перебью, сколько финалов ты выиграл в своей жизни? Это первый? Ну, из серьезных, да, думаю, первый. Я тебя поздравляю, я надеюсь, что ты в финале чемпионата России тоже забьешь парочку, а я даже голевую.
Друзья, Шамиль Шейхов. Шама. Можно я тебя так назвать? Я, наверное, думаю, что ты не знаешь, что мы с тобой интервью постоянно. Ты футболист новый, у тебя первая игра, дебют за родину, ты забил гол и выиграл Кубок РФС. Как ты себя чувствуешь сейчас? Настроение хорошее. А через две недели у нас турнир новый. Чемпионат России, ты имеешь в виду? Готовимся. Будем готовиться к нему. Как у тебя настрой будет на трудовые, на субботнюю игру? И на торпеды через неделю. Да. Боевой. Боевой? Артем Сергеевич, как себя чувствует тренер, который сыграл в финале Кубка РПС и выиграл Строгино со счетом 3-0 и едет на чемпионат России? Прекрасно себя чувствую. Получил огромное удовлетворение от самоотдачи ребят во всех играх плей-офф. Вот. И я надеюсь, что мы покажем высокий результат на чемпионате России. Кого можно выделить сегодня? Всю команду? Да, я думаю, что всю команду, но в частности я бы выделил Матвея Киселева, который забил 2 гола. И отдал голевую. И Матвея Куликова, который сыграл все игры плей-офф на ноль. Мы оставим на конец сезона празднование, потому что у нас все, скоро впереди. Игра. Победа, да, с резервами, очень победа. Важная игра. Артем Сергеевич, профессионал, ребят. Всех с победой!